Всем привет, ребята, с вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я продолжу играть в эту замечательную игру. В общем-то, я себе построил мой любименький земляной домик и, в общем-то, буду выживать. Так, ты кто такой? Зачем ты рушишь мой дом? Слышишь ты, чё ты меня бьёшь, а? Да-да, я тебе говорю, зачем ты рушишь мой дом, а? Ты вообще говорить умеешь? Да, я умею говорить, я тебя затроллил. Затроллил меня? Да ты что ли вообще офигел? Почему я тебя бить не могу? Ты знаешь, сколько я долго этот дом строил, а ты его взял и просто весь сломал. Да ты не волнуйся. Я пришел сюда, чтобы сыграть с тобой в одну игру. В одну игру? Ой, да. Интересно, интересно. А что за игра? А игра очень-очень прикольная. Прикольная? Ну окей. А я что-нибудь получу, если я, например, выиграю в этой игре? Да, я дам тебе все, что ты захочешь, если ты выиграешь, конечно. Все, что я захочу. Что же я хочу? А давай ты мне дашь очень-очень много золота. У меня очень много золота, поэтому я дам тебе сколько ты захочешь. О, крутяк, крутяк. Ну давай тогда играть. А что надо делать-то вот, в этой игре? Смотри, у меня золото есть. Да, крутяк вообще. Дай подержать. Не, дам только когда ты выиграешь. Ну ладно, давай тогда играть. А как вообще играть? Игра, короче, пол это лава. Раз. Пол два, это лава и чё? Три. И чё пол это лава? Ничего не происходит. Чё ты меня... О, чё такое? А чё я говорю? Жесть. О, жесть какая-то. Ты чё натворил? Офигеть. Тут просто всё из лавы. О, пропало. О, жесть какая-то. Ты сумасшедший вообще какой-то, слышишь? А? Я сумасшедший. Это, ну короче, ладно, я пошутил. Я тебе сейчас объясню правила этой прикольной игры. Давай. Короче, смотри. Ну... Каждый раз, когда я буду говорить «пол это лава», я буду менять всю землю в этом мире на лаву, и ты должен будешь успеть встать на другой блок, чтобы выжить. Ничего себе, вот это да, это какая-то сложная игра, может мне в нее лучше не играть? Ну блин. А что, ты не хочешь золота? А кстати, ой, если ты проиграешь, то я заберу этот домик. Домик тебе мой заберешь? Ты что, офигел, да, что ли? Ну ладно, я тогда обязан выиграть. Ну что ж, давай тогда играть. Так. Да, и я могу сказать, пол это лава в любой, в совершенно любой момент. В любой момент, ничего себе, ну ладно. В общем, я тебе хотел, знаешь, что показать? Пойдем за мной, пойдем. Пол это лава! А, нет, я не успею никуда наступить, стой! Ай, блин, да ты дурак! Блин, опять я умер. Ладно, так, а что тут все не меняется-то? Ты поменяй на обратно, то я не могу даже ходить. О, наконец-то. Ух, ладно, короче, смотри, пойдем, я тебе покажу мои скамейки, мой столик, я тут иногда сижу хаваю, вот, иди сюда. Хорошо, да-да-да. Смотри, вот, садись со мной вот сюда, вот так вот, видишь, я... Пол это лава! О, так, я встану на скамейку, ха, лошара, ты меня... О, почему я горю-то, что такое? Ты нечестно играешь, ты меня столкнул. А ты думал, что все так легко будет? Да, я думал, все очень просто будет. Смотри, ты знаешь, что натворил? Мой домик на дереве загорелся. Это все из-за тебя. Это домик на дереве? Да, это был мой супер крутой домик на дереве, и теперь он сгорел. Это все из-за тебя, дурак. Так, надо тушить быстрее все. Так, ну на этом домике ты меня не достанешь никогда, вот. Я не достану, смотри, что у меня есть. Все, отстань от меня, я же сейчас сгорю, тихо, дай мне потушить мой домик. Он, блин, он таким крутым был, а ты просто взял его и сжег. Теперь у тебя нету никакого домика. Ну, блин, ну ты вообще, конечно... Ты сам подписался на эту игру, так что... Пол это лава! Куда бежать, надо куда-то идти. Да что ж такое-то, ты меня уже задолбал. Я не хочу в эту игру играть, она какая-то плохая, слышишь? Можно ты будешь играть в нее до конца. Я тебя не отпущу никуда. Ты чё, офигел, что ли, вообще, что ли, а? Да. Блин, знаешь чё? Я, в общем-то, сейчас возьму кое-что из домика, вот. Так, чё у меня тут есть? Зелье огненной стойкости, да, это то, что надо. Опа. Так. Опа. А ну, что это такое это вообще? Это водичка, давай, в общем-то, мне водичка. Теперь не страшна твоя дурацкая игра, я сейчас в ней выиграю, понял, да? Да. Ну ладно, пока. Я скажу, пол это лава, и ты не ожидаешь этого. Ну и пофигу, я все равно... Смотри, твой дом сгорел. Ты потому что дурак, блин, ты просто не представляешь, какой это был крутой шалаш на дереве. Ох, и... Пол это лава! Ой, ну давай, лошара. Так, видал? Ты что это такое? Ты тоже нечестно играешь. А потому что ты тоже нечестно играешь, вот поэтому я играю. Ты что натворил, слышишь? Так нельзя. Так можно. Нельзя ничего так делать. О, блок травы валяется, прикольно. Ну все, теперь я точно выиграю твою дурацкую игру и, в общем-то... Как же ты ее выиграешь, а? Не скажу тебе, это секретик будет, понял, да? Ну ладно, знаешь что? Чего?
Пол это лава! Опа, опа! А видал, я теперь на блоке стою, и мне ничего не помешает. А чё за фигня? Блин, а как-то я сорвался с блока, и чё за фигня получилось? Какая-то странная у тебя тактика для победы. Ну я пытался, блин, убери эту дурацкую лаву, она меня бесит. Не уберу. Я уберу ее только когда я захочу. Ну, ты чё, офигел, что ли? Ну хотя бы я не горю. У меня тут есть батутик, на котором я могу попрыгать. Понял, да, лошара? О, наконец-то. Я, короче, куда-нибудь побегу, наверное. Интересно, где можно спрятаться от лавы. Блин, даже не знаю. Хотя знаю, точняк. Я тебе еще хочу показать кое-что. Погнали за мной. Смотри, да, у меня, иду, была вот такая вот крутая ловушка, но она почему-то, короче, не действует. Вот. Пол, это лава! Ой, я тогда спрячусь на ловушке как раз, лошара, понял, да? Ты меня никак это не что? Убьешь. Ты зачем ТНТ поджег? Ты совсем что ли? Ты дурак вообще какой-то. Дурацкая ловушка. Ты меня дурак, я по-твоему псих что ли какой-то, а? Ты вообще ненормальный, вообще какой-то. Нет, я самый нормальный, ладно. Нифига подобного, понял? Я сейчас верну траву и посмотрю, что ты будешь дальше делать. Что я буду дальше делать? Так, куда бы мне побежать? Хотя я знаю, сейчас я возьму из сундука вот эти вот вещи, вот так. Короче, сейчас я выпью зелье скорости и убегу от него, слышишь, да, лошара? А ну-ка. Слышь, ты куда побежал? А думаешь, это тебе поможет, да? Конечно, поможет. Так, быстрее. Нет, стой! О, всё, наконец-то! Ты меня тут никак не сможешь убить, лошара! Ты чё, офигел, что ли? Ты чё тут забыл? А я тут буду плавать вместе с моим другом Курочкой. О, Курочка, я как раз давно не ел! Ты чё натворил? Ну и ладно. Курочек убивать, Я буду хотя бы один выживший, вот. И ты мне ничего не сделаешь, понял, лошара? Ничего не сделаю. Стой, не кидайся снежками, ты чё? Опа! У меня есть эндерперлы, лошара, понял? Ты чё? Я думаю, они у тебя кончатся рано или поздно. Да что ж такое-то? Опа, видал, лошара, на тебе яйкой. Получай, да что ж такое-то? Отстань от меня. Блин, куда убегать? Да что ж такое-то? Почему ты такой злой? Ты опять умер, нубас. Это еще ничего не значит, понял, да? Да. Блин, что бы мне поделать? Я попрыгаю просто-напросто на батуте, и ты мне ничего не сделаешь, понял, да? Да. Ну ладно тогда. Пол это лава! Да давай, делай, что хочешь, я просто буду прыгать на батуте, понял, да? Понял? С тобой тогда тоже попрыгаю. Прыгай со мной, ну окей, прыгай со мной. Что это за фигня? Это мой супер крутой лук. Лук? Нифига, дай мне такой же. Дай мне такой же лук, я тоже хочу такой лук. Нет, ты ничего от меня не получишь, ты не выиграешь эту игру. Ты надоел, так нечестно, так долго лаву нельзя держать, а ну-ка удаляй ее. Давай, быстро. Ладно, удаляй. Давай. И знаешь, что сейчас будет? Что сейчас будет? А сейчас ты увидишь, так. Давай, улетай отсюда нафиг. Так, а что она не меняется-то? Слышь, ты читер, быстро сменил. Обратно. Все, наконец-то так. Так, ребята, берем это, берем вот я это. Я пока разрушу твою скамейку. А ты чё, офигел? Ну и ладно. Короче, ребята, нам нужно убегать от этого сумасшедшего психа. Только я не знаю куда. Хотя не знаю, погнали вот в ту пещеру, ребят. Короче, сейчас я кину эндерперл и попробую еще затроллить этого сумасшедшего. Так, кидаем. Опа, и слышишь, ты, псих? Ой, ты слышишь, ты что тут делаешь? Опа, пока! Ты где? Ты где, тупой нуб? Быстрее, ребята. Ты где, нубас? Я видел то, что ты полетел в ту сторону. Так, тихо, ребята, надеюсь, он меня не найдет. Я видел, что ты полетел в ту сторону. Тихо. Он там уже, ребята, он бежит сюда. Так, прячемся. Иди сюда, я знаю, что ты здесь. Так, он тут. О, жесть какая-то. Так, ладно, нубас, где бы ты ни был, пол это лава. Блин, а хотя тут, наверное, лава меня не достанет. Ой, блин, что такое-то, достало все-таки. Блин, жесть какая-то. О, нубас, ты здесь появился, ты что, решил спрятаться от меня? Да, а что, потому что ты нечестно играешь, я не хочу в эту дурацкую игру играть, понял? Все, то есть ты проиграл, считается, да? Ты проиграл в эту игру. Теперь это мой домик. Ты что, офигел что ли, а? А пол это лава. Нельзя, все, я проиграл, ты больше не можешь так делать. Я могу, я тебя никогда в жизни отсюда не выпущу. Ты будешь вечно гореть в этой лаве. Ты офигел что ли совсем, а? Ну давай тогда поиграем в мою игру, давай. Давай сначала пол это лава. Да, мне пофигу, понял, да я на батуте буду прыгать. Да нельзя толкаться, это нечестно. Можно. Все, давай, выключай свою дурацкую лаву. Давай поиграем в мою игру, у меня покруче игра, я тебе отвечаю. Отвечаешь, ну ладно, давай попробуем. Давай, нормальную траву делай, потому что это не круто, вот. И, блин, я, кажется, сейчас горю, блин, тушись.
Вот так тебе. Короче, смотри, у меня есть крутая игра, называется «Прятки», вот. И, короче, прятки? Смотри. А давай, что там надо делать? В общем, смотри, ты приходишь вот в тот дом, закрываешь глаза и считаешь до 10, а потом, короче, ты должен меня найти будешь, вот. А, хорошо, надо, вроде прикольная игра. Давай, давай, иди тогда вот в дом, закрывай глаза, а я буду прятаться. Давай, считай до 10. Раз, так, так, два, ребята, побежали три, от него, побежали нафиг. Четыре. Так. Пять, так, шесть, семь. А, семи хватит, затроллю этого нуба. Так. Нубас, ты куда убежал? Ты что, убежал от меня, что ли? Ну все, Нубас, теперь это мой дом. Ты проиграл в эту игру, теперь это мой дом, все. Ой, жесть какая-то, ребята, ладно. Главное, что я убежал от этого сумасшедшего психа. В общем-то, надеюсь, вам понравился этот ролик. И если мы наберем на нем 8000 лайков, то я сниму продолжение, приду к этому психу и что-нибудь с ним сделаю, вот. Ну, а с вами был я, Нубик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем пока, ребята.